спортивного турнира «Терра Башкирия» 2023 года на главную сцену ипподрома «Кузат» приглашается директор Государственного автономного учреждения Центрального комитета Республики Башкортостан по коневодству и водному спорту «Аркузат» Файзуллин Руслан Рафисович, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Валитов Фарид Равилович. Спасибо гостям, что пришли, посмотрели данное мероприятие. Ждем вас на будущих этапах, которые будут проходить по выходным дням, так же, как и завтра, 17.00, и потом Акузат. Спасибо. Спасибо участникам, кто спонсировал турнир «Терра Башкирия». Спасибо за те зрелища, которые мы сегодня увидели. Это только начало. Надеюсь, что во всех этапах будет такой же мощный, красивый праздник. Зрителям тоже огромное спасибо. Мы всегда ждем вас. Двери у нас открыты. Спасибо всем. Ну что ж, дорогие друзья, мы переходим к церемонии награждения первой скачки 1/8 финала 5-го конно спортивного турнира «Терра Башкирия». 6-е место. Лошадь «Толпа». Коневладелец Латыпова Габитов Нургиз Батырович, Артемиловский район. 6-е место. Лошадь «Толпа». Коневладелец Габитов Нургиз Батырович, Артемиловский район. 7-е место. Лошадь «Кайца». Коневладелец Юлыбаев Рустам Нурисламович, Кармаскалинский район. Лошадь «Сахтар», коневладелец Латыпова Наркас Рахимовна, Беловежский район. Четвертое место. Лошадь «Бавария», МБУ «Конный клуб», Иглинский район. «Ласка», коневладелец Латыпов Руслан Фанилович, Благоварский район. Второе место. Лошадь «Янгур», детская юношеская спортивная школа «Раевка», Альшеевский район. Друзья, первое место. Лошадь «Бумбер», КФХ «Кузнецов АЭС», Баймакский район.
спортивного турнира «Терра Башкирия». Грамотами за участие награждаются лошадь Багира, коневладелец Гаврилов Владимир Михайлович, Стерлитамакский район. Поймакский район.